Михайлович. Мой друг алкоголик, он живет одним прошлым. Он бы пропил его, что, увы, невозможно. Прочь, прошлое это что-то вроде закуски. Выпьешь, вспомнишь и дрогнешь, и скажешь по-русски: ах, мать-перемать, сколько разного было, с кем я только не знался, где меня не носило. Так мой друг вечерами портвейн попивает и в окошко глядит, и себя вспоминает. В школе другу моему с трудом давались науки, впрочем, у него из плеч росли не крюки, а руки. И если бы он не корпел над бумагой, получился без него неплохой работяга, но в стране ненормальной, где все инженеры. Он, как там дальше? Его будут спать еще раз, давайте. Но в стране ненормальной, где все инженеры, его вуз подтянуло какого-то черта. Он там спился от тоски и от безнадеги и вернулся домой ни с чем в полдороги. А большая река текла всегда рядом, он спускался к ней, он краил ее взглядом, он кричал ей, что делать? Она молчала, и он жизнь свою начинал сначала. И вот мой друг связался с Аэрофлотом, его взяли туда, конечно, не первым пилотом, а просто грузчиком на старом биплане, что поля посыпал ядовитую дрянью. Он таскал мешки с селитрой и пустом. Он шутил: здесь выжить — это просто искусство. И порой от порывов попутного ветра он плевал на стеклу с высоты 20 метров. Все шло хорошо, но вот однажды случился праздник, неважно какой, но важно, что очень важно. И он по пьянке поспорил с пилотом, кто стегнет на скирду с крыла самолета. И взлетели они на глазах у народа. Он упал на солому, а биплан в огороды. Шеф отмазал пилота и отправил лечиться, а его на 3 года, ну как тут не спится. А большая река текла всегда рядом, он спускался к ней, он краил ее взглядом, он кричал ей: что делать? Она молчала, и он жизнь свою начинал сначала. Жениться. Он решил стать отцом, он решил расплодиться. И однажды ночью в парке он встретил подругу: та, возьми и отдайся ему. В перепугу ему в темноте показалось занятным, чтоб подруга была как страна необъятна.
Он учинил ей свой паспорт, сковородку и веник. Но ее рацион стоил бешеных денег. И тогда мой друг подался за склады. Он слегка воровал, ведь кормить ее же надо. Но потом пошли дети, обжоры мамаши. И он понял, что жизнь провалилась в парах. И когда ревизоры поставили точку, он спасись от тюряги, он продал свою почку. Вышел он из больницы без точки и тощи, а жена укатила в Америку к тёще. А большая река текла всегда рядом, он спускался к ней. Он краил её взглядом, он кричал ей, что делать? Она молчала, он жизнь свою начинал сначала. Мой друг алкоголик, он живёт одним просто. Мой друг алкоголик, он живёт одним просто. Мой друг алкоголик, он живёт одним просто. Мой друг алкоголик, он живёт. Берите пример Глазкова. Всем удачи!